Ненецкий округ возьмет в долг у государства. Крайние меры привел дефицит бюджета 2015 года и последующих лет. Окружную казну ждет значительное сокращение доходов и расходов в размере 20-25%. Такие данные привел руководитель департамента финансов Владимир Бланк на публичном слушании по исполнению бюджета 2014 года. Доходы бюджета прошлого года ожидали на уровне 9 миллиардов 691 миллион. В течение года окружная казна выросла до 15 миллиардов 86 миллионов. Финансисты корректировали бюджет 7 раз. Рост доходности был обусловлен увеличением поступлений от Харьягинского месторождения и налога на прибыль. За счет дополнительного финансового потока увеличилась и расходная часть с чуть более 12 до 15 миллиардов рублей. Денежные средства направили на увеличение социального пакета, капитальных вложений и субсидирование юридических лиц. Владимир Бланк особо подчеркнул, максимальный вес в бюджете прошлого года занимали поддержка национальной экономики, ЖКХ, здравоохранения и, самое главное, социальное обеспечение. И, несмотря ни на что, снижать эти расходы округ не намерен. В принципе, в бюджете 2015 года данная ситуация примерно сохраняется, но она четко совершенно свидетельствует о фокусе нашей бюджетной политики. Он предполагает наличие значительных средств на развитие, порядка 12-15%, но и заметного социального пакета значительно большего, чем в других субъектах федерации. На основании опыта исполнения бюджета прошлого года и нынешней экономической ситуации впереди ожидается значительное сокращение расходов и доходов бюджета в размере 20-25%. Дефицит бюджета и госдолг в течение нескольких лет будет расти, отметил также руководитель департамента финансов. В связи с этим сегодня администрация округа предпринимает все необходимые меры. Утверждена программа социально-экономического развития региона. При подготовке бюджета на 2016 год будет проведена инвентаризация всех расходных полномочий с тем, чтобы отказаться от неэффективных, непредусмотренных законодательных расходов. Это напрямую касается одной из самых затратных статей бюджета – социального обеспечения. Как не раз говорил глава региона, социальная поддержка должна основываться на двух принципах – адресности и нуждаемости. Дома на Вятаров сдали в конце декабря месяца. Вот еще елочки не успели погаснуть. Значительная часть этих квартир была сдана в аренду. При этом совершенно очевидно, что сдали их не столько для того, чтобы там денег заработать, потому что у людей есть там соответствующее жилье. Поэтому, подчеркиваю, мы не касаемся, нужно это делать или не нужно, обязательно нужно. Но просто принцип адресности и нуждаемости, он должен быть реализован в нашем социальном пакете. Среди высказанных предложений были названы также совершенствование системы оплаты труда государственных, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, оптимизация системы субсидирования юридических лиц, администрирование всех источников доходов окружного бюджета. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».